Сегодня отмечают две знаменательные даты. День Карачаево-Черкесии и день 195-летия Черкесска. В республиканской столице состоялась закладка капсулы в основании будущего молодежного центра и церемония возложения цветов к мемориалу Вечной Славы. Жителей республики Черкесска поздравил глава региона Рашид Тимрезов. Подробности у Али Баташева. Мемориал Вечной Славы на площади Победы Черкесска. Чеканя шаг, первым к нему направляется почетный караул. В дань памяти воинам-освободителям Великой Отечественной войны проходит торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу. Площадь оглашается троекратным залпом из автоматического оружия. Венки и живые цветы возлагают к памятнику. Юные наследники Великой Победы, а именно ребята из станции юных техников Черкесска, представили свои экспонаты на выставку. Экспериментальная модель 3D-принтера, производящая маски для ковид-госпиталя, реальность сегодняшнего дня, убеждают своим примером юные изобретатели Черкесска. Именно здесь, возле большого игрового комплекса «Адмиралтейство», появится современное здание Центра молодежного инновационного творчества, говорили на церемонии. То событие, которое сегодня мы с вами вместе отмечаем, проводим, станет таким толчком развития для нашей молодежи сегодня. И органы государственной власти, и город Черкесск, власти города Черкесска делают все для того, чтобы наши дети, наша молодежь себя чувствовала гораздо комфортнее, увереннее. Мы строим школы, детские сады, спортивные объекты. В следующем году с открытием этого центра мы предоставим нашей молодежи совершенно принципиально новые, более современные, интересные возможности. За научно-техническим творчеством будущее. И наши дети получат возможность шагнуть в это будущее с практическими знаниями. Дорогие друзья, мы позаботимся также о благоустройстве, прилегающей к центру территории, чтобы молодежи приятно было здесь находиться, проводить свое время и общаться друг с другом. Право заложить капсулу в основании будущего центра инновационного молодежного творчества было предоставлено одному из участников выставки Азамату Тлябичеву. Закладка капсулы – это толчок для развития новой инженерной мысли и реализации молодежных инновационных проектов. Я учусь в 7-й школе, а также посещаю кружок авиамоделирования. Уже 3 года собираю модели самолетов. И мне очень, я многому научился и много узнал. И мне очень приятно, что сегодня такое замечательное событие, как закладка молодежного центра. Свой музыкальный подарок гостям и жителям Карачаева-Черкесии и Черкесска подарили детские творческие коллективы республиканской столицы. Талантливая и инициативная молодежь способна прославить своими достижениями республику и страну, говорили на мероприятии. А верность своим историческим традициям и память о прошлом своей малой родины позволят стать достойной сменой старшего поколения. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.